Последний раз Киркоров выкладывал свой ролик в Инстаграме в зеркальную дату. Вот. И больше не появлялся на своем Инстаграме, ничего не публиковал. А я так думаю, что Киркоров сейчас находится, наверное, на острове Крит, где приобрел виллу за 10 миллионов евро, или, если пересчет на рубли, 870 миллионов. Он купил виллу в греческом острове Крит. Так что, наверное, и сейчас вместе с семьей наверняка находится на этом острове. Он делился подробностями. Вот я дам ссылку на... Хвастался этой виллой, значит, что он купил в курортном городе на северном побережье острова. Вот, так что, вероятно, он сейчас находится в Греции на своей вилле. Так что вот так, у них у всех есть запасные варианты, запасные аэродромы. Это не простые люди, у которых нет ничего. Это заработали столько денег, что готовы, я не знаю. Ну, никто еще с собой ничего не уносил. Пока что теперь вряд ли у вас будут такие ребята заработки. В Россию не знаю, как вы вернетесь. И будут ли у вас такие потом в России заработки? Подписываемся на мой канал, пишем комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.